Чудо-юдо! Эй, привет-привет! Смотри, кто к нам приплыл! Это же Белуха Белли из мультика «В поисках Дори». А давай научимся ее рисовать. Достанем карандаши и начнем. Первым делом мы нарисуем голову Белли и ее рот. Вот такая улыбка. Это будет нижняя челюсть. Изогнутая полоска – это нос. А теперь нарисуем глаз Белли. Так. И белоснежные зубы. А вот и животик Белли. И большой плавник. С другой стороны нарисуем точно такой же плавник, чтобы Белли было удобно плавать. А теперь широкая спина Белли, которая плавно перетекает в красивый хвост. Всего несколько простых линий. Все, Белли готова, осталось ее разукрасить. Хотя такая рыба называется белухой, она не совсем белая. Скорее светло-светло-серая. Рот мы разукрасим темно-красным и голубой глаз. Да, вот так просто мы нарисовали красавицу Белли. Теперь она может плавать в океане и радовать нас своими приключениями. Тебе понравилось? Давай посмотрим еще раз. Опять достанем карандаши. Итак, сначала нарисуем вот такой полукруг. Это голова. И широкую улыбку Белли. Вот так. Отлично. Вот тут у Белли будет нос. Нарисуем большой красивый глаз. Раз, два, три. И целый ряд нижних зубов. Животик и два больших плавника. Мы же видели, как эти плавники помогают Белли. Раз, два. А теперь спина и хвост. Вот так. Отлично. Ну что, быстренько разукрасим Белли и отправим ее в океан. Как ты помнишь, Белли все-таки не идеально белая, а скорее светло-серая. Красивая улыбка и голубой глаз. Ну вот, теперь ты умеешь рисовать Белли из мультика «В поисках Дори». Смотри, как она рада видеть нас. Веселись, Белли! Пока-пока! Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки.